привет. Вот выпустили утят на улицу. Сделали им такое мини-озерко. Тазик вкопали. Они купаются. Там вон корм поставили. Там еще водички чисто наливала. Они ее уже забулькали. Где утята, там болото. Такая птица, что тут скоро вот это все забулькают, будет грязь стоять. Ну, на солнышке им нравится. Солнышко есть солнышко. Сороки уже стрекочут в лесу. Доходим, поглядываем, чтобы не утащили. Так-то вроде они большенькие, но все равно. Или коршун какой-нибудь налетит. Ходите, ходите, гуляйте. Лягут, греются. А то там уже и в клетке сыровато. Я ее открыла, пускай она просушивается. И вечером только пойдут туда. О, как им нравится здесь булькаться. На меня смотрят, голос слышат. Хотели ехать сегодня на базар еще за утками, что-то не поехали. Передумали. Эти уже как бы большенькие, сейчас возьмешь, они маленькие. Их надо отдельно, наверное, держать. Что-то передумали. На улице сегодня жарко. Только ветер. А так жарко. Покосили сегодня вот за двором. Здесь, вот здесь вот покосили. Во дворе покосили. Ветер. Здесь тоже все было зароще. Обкосили где можно. Желтые уже отцветают цветы. Многолетники быстро отцветают. Бассейн вчера вылили. Надо его обмести, обтереть и собрать его. Купаться не хочет. Ну, поставила варить компот из свежих ягод. Здесь смородина черная, немножко красная. Она еще толком не созрела. Малины совсем нет. И земляника. Я не стала обрывать шляпки. Сейчас вот закипело. Я сейчас выключу и все. Перетру через сито. Чтобы ягод не было. Чтобы, ну, как. Просто компотик. Вот я его процедила. Сейчас я вот так вот. Одной рукой не могу. Ягоды вот так вот перетру туда. Ну, все, что не нужно, здесь останется. А перекипячу, сахару добавлю. И все, и компот готов. Пока варю компот, грибы приехали. Это боровики. Немного, видите, сколько? Нету почему-то. Уже вроде бы дожди хорошие прошли. А грибов нет. О, боровички. Я их помою. Порежу. Немного обабочки. Это обабочек. О, какой красивый. Я не ездила. Я дома на хозяйстве. Это какой? А бабочек. Ну и все. Все грибы. Сейчас я их помою. Компот отключу. Помою. И в камеру. Нет, маленько натушу еще с картошкой. Оставлю. А остальные в холодильник. Ну вот, компотик вот такой получился. Он без ягод. Ну, компот и компот. Ягоды перетерла. Перекипели с сахаром. И компот готов. Сейчас быстренько перемою. Вначале шляпки оторву. Вот обабочек. А то они быстро намокают. Так, еще, по-моему, ездит. Вот.
эти легко моются. Быстро. На несколько раз все равно мою. У нас такая жара на улице. Все надо вечером поливать. Помидоры, наверное, будем поливать. Ставить распылитель, потому что после дождя еще ни разу не поливали. Вроде бы как и дождь хороший прошел, да? А все сухо уже, как сказать. Вчера цветы поливаю, вода уходит прямо как в бездну. Слейки вчера поливала, освобождали бассейн. С него таскали. И прямо льешь, вода уходит, уходит. Ну а в лесу, вот сегодня муж ходил по лесу, говорит. Вот такая засуха в лесу. Трава вся шуршит. Еще надо дождя, все равно мало. Он как бы помог, все, дождь хорошо, но чтобы грибы были, еще надо дождя. Поломала. Вот. Такие, мне нравится белый гриб. Боровик. Когда готовишь, он бульон светлый. А бабочки вкусные, конечно, грибочки, но бульон темный. Вот, сейчас ножки почищу. Еще раз помою. Порежу. И в холодильник. Ну вот, перемыла. Вот, казалось бы, помыла, да? Он сразу синеет. Сейчас порежу. Солнышко спряталось. Так, так хорошо. Ну, целые. Сейчас порежу все. А бабочки оставлю и белых грибов чашку наберу. Стушу картошку с грибами. Внучка, правда, грибы не любит. У меня борщ наваренный. Вот еще этот. Нет, это белый. Ну все, буду резать. С вами прощаюсь. Всем всего доброго. Всем здоровья. Всем пока-пока.